Диспетчерская экология Новосибирска будет работать с утра до вечера каждый день каникул. С Нового года меняются перевозчики отходов. Региональный оператор пообещал, что город будет чистым. У нас происходит смена транспортных организаций в железнодорожном Кировском районе, но для того, чтобы предотвратить какие-то сбои в новогодние праздники, контейнеры остаются на своих местах. В течение декабря транспортные организации по ночам проезжали маршруты, уже взяли практически все телефоны от шлагбаумов, ключи водителям уже раздали, то есть всю предварительную работу мы провели. С Нового года вывозом мусора в Новосибирске займутся два перевозчика – муниципальное предприятие спецавтохозяйства и компания «Экотранс-Н». По данным регионального оператора, в праздничные дни на улицах будут работать 670 спецмашин. Сообщать о нарушении графика вывоза мусора или делать заявки на уборку крупногабаритных отходов можно по телефону диспетчерской службы компании «Экология Новосибирск». Специалисты будут принимать звонки 12 часов в сутки с 8 утра до 8 вечера. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.